Уважаемый господин премьер-министр, прежде всего, конечно, хотел бы еще раз поздравить вас, уважаемый господин премьер-министр, с присуждением Нобелевской премии мира. Это достойная оценка ваших высоких заслуг в эфиопо-эритрейском урегулировании и усилий вашей страны по нормализации общей ситуации в Восточной Африке. Поэт Николай Гумилев и ученый Николай Вавилов. Россия активно помогала Эфиопии отстаивать свою независимость в начале 20 века. It's a great pleasure to meet you today for a second time. And thank you for the warm welcome accorded to me and my delegation. I would like to thank the government of Russia for always standing alongside Ethiopia when it was forced to defend its independence and sovereignty. We acknowledge Russia as a key partner in our development endeavors, and Ethiopia wants to further strengthen this cooperation. Public to private sector. Regionally, we have...